Мы живем в очень странном мире, полном необычных вещей и людей. Некоторые из них настолько поразительны, что в их существование порой аж не верится. Предлагаю вам взглянуть на самых удивительных людей на Земле, в свое время установивших мировые рекорды, побить которые до сих пор никому не удалось. Не пропустите впечатляющий бонус в конце обзора. Итак, поехали! Этот человек является обладателем самого длинного языка в мире. Житель Калифорнии Ник Стоберл обрел известность благодаря своему языку. Он оказался настолько длинным, что мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса. Язык помогает мне с удобством делать многие дела. Например, облизывать леденец на палочке, есть мороженое или съедать весь пудинг с одной чашки. Язык молодого человека достигает более 10 сантиметров в длину от кончика до середины верхней губы. Тело этой женщины полностью покрыто татуировками. При жизни Джулия Гнусе прославилась как расписная леди. 95% тела этой американки, включая лицо, были покрыты татуировками. После 30 лет у Джулии развилась порфирия. Болезнь, при которой кожа покрывается волдырями под воздействием солнечного света. Чтобы скрыть шрамы, она начала набивать тату, превратившиеся впоследствии в ее самую большую страсть. Джулия умерла в 2016 году. Тем не менее, она до сих пор значится в книге рекордов Гиннесса как самая татуированная женщина. Человек с самым большим ртом на Земле. Взглянув на этот снимок, вы наверняка подумаете, что его основательно обработали в фотошопе. Однако вы будете в корне неправы. Познакомьтесь с Франциско Доминго по прозвищу «Ужасающая челюсть». Рот мужчины достигает ширину 18 сантиметров, и в него легко помещается банка Кока-Колы. На данный момент Франциско является обладателем почетного места в книге рекордов Гиннесса как человек с самым большим ртом на планете. Эта девушка имеет рентгеновское зрение. Наталья Демкина известна во всем мире как девочка рентген. Россиянка обладает вторым зрением, которое позволяет ей видеть человека изнутри. Наталья оказалась в центре всеобщего внимания, когда начала ставить точные медицинские диагнозы, просто глядя на людей. Сейчас она работает в Московском центре специальной диагностики человека, и к ней приезжают на прием со всех концов света. 96% его тела покрыты волосами. Юзен Хуэн – самый волосатый человек на Земле, который нисколько не смущается из-за своей особенности. Благодаря ей китаец попал в книгу рекордов Гиннесса. Удивительно, но на каждый квадратный сантиметр его кожи приходится по 40 волос. Вы позавидуете тонкой талии Мишель Копке. Она носит корсет ежедневно на протяжении 3 лет. И снимает его только при необходимости принять душ. В результате объем ее талии уменьшился с 63 до 40 сантиметров. Она не намерена отступать от желанной цели. Мишель мечтает установить мировой рекорд и сузить талию до 35 сантиметров. Этот мужчина способен опустить руки в кипящее масло. При попадании на кожу горячее масло вызовет невыносимую боль у любого человека, если это, конечно, не Рамбабу. Индиец из Уттар-Прадеш не испытывает абсолютно никакого дискомфорта, опуская руки в масло температурой 200 градусов. Поразительно, но после этой процедуры на его коже не образуются ни волдыри, ни ожоги. Человек с самыми длинными усами в мире. Счастливым обладателем самых роскошных усов на Земле является Рам Сингх из Индии. 4 марта 2010 года рекорд был засвидетельствован на итальянском телевизионном шоу «Время», проложившем ему путь в книгу рекордов Гиннесса. Длина усов Рама Сингха составила целых 4 метра 30 сантиметров. Самый низкорослый мужчина в истории. Чандра Данги скончался несколько лет назад. Однако он по-прежнему остается самым низкорослым человеком в мире. Непалец страдал примордиальной карликовостью, патологией, которая обычно приводит к ранней смерти. Чандра повезло, он дожил до 75 лет. Рост мужчины составлял всего 54 сантиметра, а вес 14 килограмм.
И, наконец, обещанный бонус. Прекрасная девушка, чей рост несколько выше стандартного. Это Холли Берг, американская модель и одна из главных претенденток на статус обладательницы самых длинных ног. Рост девушки составляет 196 сантиметров, а длина ног 125 сантиметров. Холли часто дразнили в школе за нестандартные параметры. Однако теперь она в прямом и переносном смысле смотрит свысока, даже на самые отвратительные комментарии в адрес своей внешности. А вы хотели бы иметь такую девушку? Отпишитесь в комментариях.